Давайте, раз, два, три. Ладно, я скипну. Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем спортивно-игровом канале Рус FIFA PES. И это... PES! Да! Ура! Можете просто вот поаплодировать. Снял оковы FIFA, обрел суверенитет и ушел в PES. Ну, правда, потом суверенитет немножко отнимется, когда Карнагол закончится и все дела. Но пока что мы в PES-очке. Ой, спойлер, небольшой спойлер. Ой, сорянки. Сегодня у нас будет недонатерский покопанинг, недонатерские паки. Я, в принципе, прошелся по своему каналу, вот предыстория, прошелся по своему каналу и посмотрел, что у меня есть плейлист недонатерские паки, где там один видеоролик, то ли которому уже года полтора, примерно, да, один-полтора. Вот, и я решил, почему бы не сделать недонатерские паки. Надо будет мне все свои покупенники залить в тот плейлист, вот. Захотите, посмотрите, там мне и Рональдиньо падал, и... Нет, Месси не падал. И Кристина Сергеевна, в общем, многие топовые игроки. Сегодня мы откроем очень много паков. И серебряные, и золотые. К сожалению, это не эти паки, ну, сорян. Когда мне уже выпадет Месси, я на самом деле не знаю, хочу Месси, жестко хочу Месси. Ой, ну, пока что у нас есть. Так. А это заявочка на следующий видеоролик. Вы видите, сколько у меня зеленых штук. Правда, тут всего лишь шанс, тут шанс небольшой, потому что всего три пака. Но, в принципе, тут есть годные игроки, например, Гризман. Вот, в принципе, я могу Роналду, например, на фланг, а Гризман у меня будет в центре. Чук-чук и все. Такое подобное. А сейчас посмотрю, что там в реале годное. Ну, в реале только... Ну, только Бензима на самом деле, да и то. У него скорость не очень. Вот, поэтому особо годных игроков... нету, ну вот там бы я выловил себе Месси. Сегодня у нас будет так, аж 14 паков. И поехали открывать все их, все 14. Итак, первый пак, это у нас, скипать первый пак не будем. Первый блин комом, это у нас Италия. И серебряный неинтересно. Ну понятно, Мусис, ну он у нас пойдет как скаут, как тренер. Будем тренировать. Поочередно. Далее золотой. Так, скипаем. И это Кабае и Сен-Этьена. Ну, тоже так себе не очень интересно, в принципе. Далее у нас опять наш сильвербол. Сильвер. Да, любим сильверов. Мы будем скипать, чтобы не терять время. Это у нас Даниэл Каррисо. Будет круто. Сенсация, если из серебряного пака выпадет золотой игрок. У меня так было только один раз. Какой-то парень из Арсенала. Но они все, в принципе, пойдут на съедение. А, хотя здесь даже есть шанс вот такой выпасть. Даже Месси. Ну, это маленький шанс. Итак, это Борджа из какого-то странного дивизиона. Но пока что у нас нет ничего интересного. Ни из золота, ни из... того же серебра. Ну, не будем скипать, посмотрим, что же это. Я надеюсь, это Россия. Давай кого-нибудь из... Что это, Ростов какой-нибудь или что это? А, ну ё-моё, ну... Турция это, Турция. Вот когда материк Евразия, там почему-то непонятно, какая конкретно страна. Итак, это у нас золотой пак Италия. И это Дефрел из... У меня был обзор моего состава, и у меня точно такой же игрок в FIFA Mobile. Ну, прикольно. Весело, конечно. Так, пятый пак. У нас еще 5 паков осталось. Я не знаю, смотрим, что же это за страна. Так, Франция это, да? Мило Джович. Если правильно прочитать. А, нет, не Франция. Какая Франция? Это Британия. Осталось 6 паков в общей сложности. И не знаю, скипать нет. Это Испания. Так, может что-нибудь... Нет, это золото. Ну, не сенсация, конечно.
Бартра из Севильи. ЦЗ, ну у меня ЦЗ в неплохом состоянии, в принципе, поэтому ну, тоже на слив. Вот. Кстати, есть возможность прокачать Роналду до сотки и протестировать его на сотку. Я, по-моему, его даже не тестировал на его обычный рейтинг. У него сейчас прокачался и стал 96. Но я могу, в принципе, и прокачать и так. Итак, это Польша. Если это пёнты какой-нибудь, то это будет... А, нет, это... забыл. Который нам забил гол, да, Вида. В чемпионате мира забил нам гол. Осталось два пака и какой-то быстрый покопанинг. Ничего такого годного мы не выловили. Что это за страна, во-первых? Это Бельгия. А, нет, это Голландия, сорян. Если из Голландии, я не знаю, какой-нибудь Нерес или из Аякса. Кто это? Я не знаю, кто ты. А, так, это то, о чем я думаю, да? 22 года. Статы. Охрененные. Для его, ну, понятно, что здесь 40-40. Слушайте, Давид Нерес. Это хороший улов. Это парень с именем. Это парень, который со своей командой, поправьте меня в комментариях, если что-то неправильно скажу, дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. То есть это вообще круто. Так, а это из Океании какой-то. Из Океании, ребят. Океания, то есть, понимаете, ни Европа, ни... Так, это кто ты? Гуласки, вратарь, 83, ну, хороший улов. Итак, осталось два пака, последние, поехали. Так, ну, я скипать, наверное, не буду. Так, это у нас, так, Испания. Я знаю, кто, Гризман, да? Или какой-нибудь что-то, это Пике. Ну, это дубликат, ну, у меня есть Пике, ну, у меня вот точно такая же карточка есть. Кстати, ребят, если знаете, напишите в комментариях, я там в группах по Песке смотрел, что-то они там собирают одинаковые карточки и меняют на каких-то игроков, на определенных. Вот напишите, если вам не сложно, или в Инстаграме, просто я не понимаю, как они там вот эти манипуляции делают. Все! Это вердикт видоса. Я не буду скипать, или скипну. Давайте, раз, два, три. Ладно, я скипну. Так, меня сейчас пробило. Это Суарзито. Это Су... Зачем мне Гризман? Нет, ребят, на самом деле Гризман лучше, чем Суарзито, потому что, ну, в плане роста, конечно, нет, но в плане того, что он более маневренный и все дела. Но, слушайте, Суарзито... 91. Давайте заценим его статы. Так, 182, 32 года. Умение атаковать, контроль мяча. Так, реализация. 91, это хорошо. Сила удара. Так, прыгучесть так себе, устойчивость. Это хорошо, баланс тела тоже неплохо. Выносливость хорошая. Агрессивный парень, может укусить, если что. Ну и тут остается... Скорость я не заценил. Конечно, скорость и ускорение 79-84, то есть в среднем он бежит приблизительно на 83. Ну, 82,5 там, округляем, 83. Вот, и поэтому как бы... Ну, слушайте, а если сделать так? Так, а где? То это вполне приемлемо. То есть, это вполне приемлемо? Это круто? Вот, ну, такой покопанин получился. Слушайте, я, конечно, не Месси. Конечно, не Месси, но... На секундочку, это... Сейчас, уточню. Это... Так... В общем, короче, это крутой игрок. Все. Поэтому, ну, как бы, грех не поставить лайк, не подписаться на канал... И, ну, колокольчик поставить. Я, конечно, это по желанию все, но желательно, чтобы вы подписались. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете. Вот, ну а с вами был, как всегда, Русфп. Еще раз лайки, подписки, все дела. Вот, насчет манипуляции с двойными карточками напишите мне в комментариях, если не сложно. Вот, ну а с вами был... Все, прощаюсь, до свидания, все, пока.